Знакомить с национальным языком Юлия Серебрякова не только тех, кто посещает секцию культуры, истории и речи чувашского народа, но и всех желающих. Одно из таких занятий она провела в Ульяновском губернаторском лицее номер 100 для учеников 6 класса. Ребята ранее чувашский язык не изучали. А кто-то прочитать попробует? Есть смелые? Марсель? Кил-еш. Молодцы. Смотрите, да? Слово начинается на букву «и». В чувашском языке, кстати, очень много слов, которые начинаются на «ы» и на «и». Занятие знакомства с чувашским языком, посвященное теме семьи, одна из самых успешных педагогических разработок Юлии Серебряковой. Урок ученикам пришелся по душе. Мне понравилось, как семья на чувашском называется. Я хочу дальше узнавать чувашский язык. Очень понравилось. Ну, мастер-класс понравился, было достаточно интересно. Содержание и методика преподавания урока получили широкое признание. Ранее Юлия Серебрякова стала победителем регионального этапа конкурса в номинации «Лучший учитель родного чувашского языка». На всероссийском этапе конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» педагог вышла в полуфинал, что было непросто. Вот самое сложное, наверное, было, это выбрать тему урока и содержание этого урока, чтобы оно было вот в 35 минут, урок был сокращенный, чтобы он прошел в интересном формате и чтобы у детей что-то осталось после этого урока. По итогам конкурса Юлия Серебрякова стала лауреатом всероссийского этапа и вошла в топ-15 учителей родного языка. Конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проводится уже второй год подряд с целью поддержки педагогов и распространения их передового профессионального опыта. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.